Книга «Открытым оком», том 2, тема «Деньги», вопрос 876. Если быть донором не грех, то значит не грех и деньги за это брать? Или нужно быть безвозмездным донором? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О донорстве, о сдаче своей крови для спасения другого в Библии нет ни слова, потому что тогда медицина еще не пользовалась этим методом, но уже тогда это как бы было запрограммировано в слове «любовь», «жертвенность». Иоанна 15:13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Кавычки закрыты. «У животных душа в крови, это их жизнь». Бытие 9:4-6. «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Кавычки закрыты. И в нашей крови тоже жизнь, и донор жертвует собою. И для восполнения крови нужно питание, а значит и деньги. Но все это должно делаться с благословения священника и разумно не злоупотреблять этим, дабы не умереть.